Описи, арест имущества, а также ограничения в услугах водоснабжения и водоотведения грозят абонентам как юридическим, так и физическим лицам, которые не оплачивают услуги ЖКХ. Поквартирный обход жильцов, которые являются злостными неплательщиками жилищно-коммунальных услуг, провели в округе сотрудники межрайонного Щелковского водоканала совместно с судебными приставами. В ходе рейда по взысканию долгов за услуги ЖКХ у гражданина был изъят автомобиль. После получения судебного документа и отсутствия добровольной оплаты долга, взыскатель передает его в Федеральную службу судебных приставов. Сотрудники ФССП могут накладывать арест на счета и имущество, в том числе транспортные средства, списывать денежные средства с банковских карт, запретить выезд за границу. Судебными приставами уже возбуждено более 300 исполнительных производств по взысканию задолженности. Водоканал рекомендует своевременно оплачивать услуги отопления, горячего и холодного водоснабжения, а также по содержанию жилого фонда. Граждане, допустившие долги, имеют право на рассрочку. Сумму задолженности можно узнать в личном кабинете на сайте водоканала или по телефону, который вы видите на экране. Евгения Каретько, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.